И я считаю, что это возмутительно, что суд над Ефремовым превратился в какой-то клоунский цирк и фарс. Вы люди, вы сами должны понимать, что нельзя. Человек оказался, все мы оказались в трагедии. Даже моя жизнь, я близкая его подруга, даже моя жизнь никогда не будет прежней. Поэтому я вас очень прошу, уважайте, пожалуйста, уважайте друг друга в первую очередь и людей, которые в этом зале. Thank you.